Я много грешил, много. Я же человек. Я отчитаюсь на том свете. Но хвала Аллаху, я никого не лишал жизни. Лишал, дядя, лишал. Не лишал, сынок. Ты не представляешь, скольких ты лишил жизни, продавая наркотики. В этом сейчас дело, Саваш. Сегодня чуть не пролилась кровь. В этом проблема. В этом? Ты не понимаешь, мама? Проблема в огромных деньгах от продажи порошка. Обычай — отговорка. Чечек — отговорка. Конечно, нарушен порядок. Перекрыли денежный поток. Вот что заботит Ахмета Мурана. Из-за вас клан по горло увяз в наркотиках. А мне приходится его вытаскивать. Что ты хочешь предпринять? Так дело не пойдет. Организуй собрание. Я поговорю с Ахметом Мураном. Если в нем осталось хоть что-то человеческое, мы сядем и все обсудим. Кто будет? Муран, и ты, и я. Но предприми меры безопасности. Этому мерзавцу нельзя доверять. Завтра все организую. Дядя, не обманывай себя, что ты чист. Поддержи меня. Будь рядом. И хотя бы очисти свою совесть. Ты ничего не сделал, Пала. Приди в себя. Сестра, парень прав. Сигареты тоже убивают человека. Продавал бы ты сигареты, ты бы тоже был тогда убийцей. На данный момент абонент недоступен. Ох, Ясмин.